Вот здесь варим кашку для старушек. На машинном масле? Что вы, на чистом сливочном. Кредит отпускают, конечно, в недостаточном количестве. Но старушки кушают. И с большим удовольствием. Кроме старух, за столом сидели двоюродные племянники Альхина и родственники жены. Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения. Но, тем не менее, жили в доме на старушечьих правах и крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Сейчас нажрутся, станут песни орать. Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед, сволочи. Да-да, вот посмотрите. Посмотрите, Паша Эмильевич вечером опять пьяный придет. Всю капусту сожрали. Новая партия старушек? Это сироты. Угу. Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима. Это сироты.